Богота и Колумбия представляет телесериал «Тихие воды». Определенно, ничего другого тут не скажешь. Согласись, что во всем виновата твоя теща, она слишком упряма. И все сложности от ее дьявольского характера. Если она не хочет проблем с Хуаном Рейсом, зачем надо было праздновать день рождения внучки именно тогда, когда она должна ехать в гости к отцу? Габриэла сама его спровоцировала на грубость. Вот именно. Он мог бы найти другую форму, выразить свое несогласие. Хуан далеко не аристократ. И ей это известно? Конечно, известно. Более того, если честно, то я считаю, что она сделала это нарочно, чтобы вывести его из себя. Таким образом, Габриэла решила отделаться от Хуана Рейса. Ты полагаешь, что София попадется на эту удочку и порвет отношения с Хуаном Рейсом? Возможно. А что будет, если Донни Габриэла промахнется, и вместо того, чтобы разлучить их, наоборот... соединит. В такой ситуации все может случиться. Не случится, потому что София обижена на Хуана Рейса. Что-то мне подсказывает, что все идет не так, как хотелось бы Донни Габриэле. Не могу поверить, как она решилась прийти. Если она решила, значит, дело совсем плохо. Я ожидал всего, но только не того, что ты появишься здесь в такое время. Я бы отправилась даже в ад, лишь бы заручиться твоей поддержкой, Фернандо. Так плохи твои дела? Ужасны. София до сих пор не вернулась домой. Ты уже позвонила Хуану Рейсу, чтобы узнать о ней? Это первое, что я сделала. Но слуга обманул меня, сказав, что все идет чудесно. Что Роксане там очень хорошо. А София не может подойти к телефону, потому что занята с этим дегенератом Хуаном. Чем она может быть занята столько времени, скажи мне? Наверняка он с ней что-то сделал. Избил, закрыл. Откуда мне знать, на какую подлость способен этот преступник? Что ты от меня хочешь, Габриэл? Чтобы ты проводил меня в этот дом, Фернандо, я обязана туда поехать. Я бы поехал с тобой с большим удовольствием, если бы почувствовал, что там происходит что-то неладное. Но я уверен, что ничего страшного не случилось. Фернандо. Если София решила остаться, то только по своей воле, а не потому, что Хуан Рейс ее заставил. Ты намекаешь на то, что София могла так унизиться и возобновить свои пошлые отношения с этим человеком? Не оскорбляй мою дочь, она достойная, благородная женщина. Да, она очень достойная. Ты права. Но она женщина, которая по-прежнему влюблена в отца своей дочери. Ты поедешь со мной, да или нет? Нет, Габриэла, на этот раз нет, потому что считаю это неразумным. Речь идет о твоей жене. Этот человек может причинить ей зло. Этот человек уже ничего ему не сделает. Однажды она уже решила стать его женой. Нет, Габриэла, я не стану лезть в это дело. Потому что я давно отказался от прав ее мужа. Не понимаю, почему ты никак не можешь смириться с этим. Принимай реальность такой, какая она есть. Я понимаю только одно, ты бросаешь меня в трудную минуту. Нет, Габриэла, я тебя не бросаю. Ты знаешь, что это не так. Бросаешь, Фернандо. Ты, как всякий эгоист, думаешь только о себе, потому что влюблен в женщину, которая сейчас поет на сцене. И тебя не волнует судьба Софии. И уж тем более моя. Иначе ты бы не сомневался и поддержал меня в эту минуту. Ты разочаровал меня, Фернандо. Ты бросил меня одну в стане врагов. Габриэла. Габриэла, пожалуйста, подожди. Фернандо, оставь ее, не лезь не в свое дело. Должно быть, она была очень расстроена, если решилась приехать в бар, просить помощи у Фернандо. Ты считаешь, София могла вернуться к Хуану Рейсу? Судя по тому, что сказал Фернандо, все возможно. В конце концов, он отец ее дочери, и она слишком в него влюблена.
Мне бы не хотелось, чтобы она так поступила. Это могло бы осложнить наши планы. Мне тоже это не нравится. Одно дело, когда Оскар и Хуан жили вдвоем, и совсем другое, если в этом доме будет жить София с девочкой. Они разделят с ними не только дом, но и жизнь. Мне кажется, София Лизонда слишком честная женщина, чтобы связываться с человеком, который должен был бы быть отъявленным подлецом. Должен? Он подлец, так же, как и Оскар. Не понимаю, почему ты в этом сомневаешься? Я жалею, что не смог сблизиться с ней так, как мне бы хотелось. И не успел отговорить ее от примирения с Хуаном. Мне очень неприятно думать о том, что София и ее дочь могут попасть в беду, находясь рядом с этими людьми. Если это случится, то не по нашей вине. Мы не станем останавливаться из-за жалости к ним. Будем надеяться, что Донне Габриэле удастся что-нибудь сделать. Она достаточно властная, чтобы позволить дочери вернуться к Хуану Рейсу. Было бы нечестно, если бы будущему пришлось расплачиваться за чужие игры.